дружки. Да, приветствую. Здорово. Сейчас рыба ловится. А, потихонечку. Потихоньку, помаленьку. Собаку не видели? Две собаки побегали. Две подбегали? Собаки, да. Ну, черненькие. Черно-белые, да. Ну, кобель пришел, где-то суки нету, бля. Кобель побольше, да? Ну. Кобель побольше? Да, да, да. Давно были? А не было, буквально. Вот они вот туда, короче, погнали. Как выстрел вот был. Но. Вот это буквально там выстрел, за 5 минут они где-то убежали. Закричали там это. Они, короче, туда. Кобель забежал, суки нету где-то, бля. Тут туда ломанули. Орал, звал, блять. Достался до машины, то 200 метров дойти куда. Дрисон, я бы прибежал, блядь. На выстрел прибежал. Что-то так, смотрю, кабанчиков может где, блядь, вообще там. Не видно нахуй. Стрелял такого. Да взвал, их, вот же просто стрелял. А. На выстрел где-то. Вот эта пизда увлекается, блядь. Крепко нахуй, блядь, может уйти нахуй. Не знаю, петарды есть, может петарды подрывать, подлетит. Патроны тремчи, дорогие, блядь. Сейчас выйду вон тут на поле, выйду, послушаю пару, блядь. Были, и дриснули сюда, да? Вот туда они погнали, да, вот туда. Ну, пусто, блядь. Туда ушла. Ну, кабан, наверное, здесь живет нахуй, там вроде на дороге нарыто, блядь. Ну что, давно торчит тут? Третий день. Нихуя себе. Усердно. Плавите. Нет, донки не рыбачим. Донки что, есть? Ну, налим. Налим лещ. Да. Налим рыбачим. У нас закидушки с той стороны, поэтому... Ты что, с этого? Мы вообще далеко. Этот первого. Да. А я... Сука. Сразу занесло, блин. Ну, как-то ну так, что, вот. Решили побывать. Повидать. Thank you.
рыбку обработал. Что, налимчик? Потрошить только. Чешуи особо-то нету, хотя есть мелкая. Так, слизь подобрал и все. Мужичок приезжал. Сначала собаки прибежали, дилайки. Вот, а потом мужичок приехал. Охотой занимается, в общем. Кабанчика, говорит, гоняем. И собаки потерялись куда-то. Вот он до нас приехал. Ну, вроде нашел, все нормально. Ладно, погнали жарить. Молочные, маленькие, сочные, вкусненькие налимчики. Объедение просто, ребята. За 3-4 килограмма он уже такой, все-таки дубовый. А вот килограмм, полтора-два, это самая, ну, самая вкусная рыба, сами знаете, любая. Что щука, что все. Это, конечно, оно. Так, ну что, погнали. Как обычно, друзья, пакетики. Рыбку там поджариваем. Опа, мучка. Кто-то в манке жарит, да? Я, кстати, пробовал, Серега, в кукурузной муке жарить. Прикольно получается тоже. Корочка такая, знаешь, такая получается. А так, в принципе, можно. Можно просто даже в масле, когда в походе. Вот так вот. Налимчика сейчас подсолим. Сразу. Чуть-чуть пускай подсолится. Серег, сыпани еще. Децл. Я думаю, недостаточно будет. О, пойдет. Сейчас подсолим и попрем молоденького. О, пускай подсолится. Вот такая-то бульба сбоку была, колол. Поехали. Так, маслицо присутствует. Рыбу жарю, Сергей Витальевич, в обильном масле. Прям в обильном. Люблю, чтобы там булькало прям, понимаешь? Не надо там. Вот так вот. Ну все, поехали. Наш пакетик. Налимчик просолился уже. Так, по 4 зернышка. Поехали. Рез, 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 рез. Вот и все. Все готово. Полностью у нас уже вся рыбка в мучке. Блин, пакет походу дырявый, что ли, опять. Вот так вот. Вот такие дела. Все. Да, Сергей Витальевич? Так и жили, где, да? Mm-hmm. Спали в росте, дети были, бля.
Ну вот, ребятки, вот такая рыбейка. Налимчик жареный. Вот. Хвостики вот эти, я их не режу. Как бы многие убирают, а я их вот зажариваю в такую чипс, видите, ребят. И кушаю. Мне нравится. Всем приятного аппетита. Да, Серега? Всем приятного аппетита. Будем рубать. Сейчас будем рубать рыбку. Вкусняшки. Ну. Давай, товарищ. Давай, Викторович. Будем. Будем. Поехали. О, сочное белое мясо без костей. Вот так смело можно рубать. Можно с хлебом. Позвоночек убираем. Вот так. Позвонок. А все остальное можно кушать. В принципе. Нормально. Вкусная рыбейка, да. Многие не любят, я не знаю. Я люблю, обожаю. Одна из самых вкусных рыб. Жареных. Вот на эти косточки маленькие я даже не обращаю. Когда хорошо прожаришь, они даже не мешают. О. Песня. Опа. Так, миножничек. Поперли за миногой. За миножкой, за миногой. Там все мыто, я помыл. Давай сюда, падай. Нет, я веду лицом, тут у нас идти. Как хочешь. Блин, погнали на обрывы, попробуем там ниже, может там что найдем. Немножки. Маленькая кочка. Тут тоже свал такой хороший. Здесь, кстати, тоже можно попробовать порыбачить. Ни о чем.
Это ни о чем. Будем искать. Тишина. Смотри, нету. Кочка вроде хорошая. А нифига нету. Блин, какая нужна, бля. А? Видно, бля, какая надо. Да. Ну, значит нету смысла рвать ее. Дальше идем. О. Красотка, смотри какая. Да. Ух, полторашка на нее по-любому приветствуется. Рвется, да, кочка не цепляется. Расчесываем потихоньку, ребята, видите. Они все уходят уже. Они уходят потом. Не получается ее прям взять. Щелк и поставить сюда. Вот. Летом-то я раздеваюсь. Подошел, подкопал ее. Вон, видите, он расчесывает ее. О, смотри, белая какая. Ага. Вылетела. Ты сейчас прикинь, его прям вилами поднял. Ага. Я тебе говорю, они там есть. В траве вилами, да. В траве вилами он степанул. Ну так вот. Ну так вот цепляем вон. Серега расчесывает. Я уже упал тоже, начерпал. Сапог у меня полный. Ну, я имею в виду, намочился. Надо будет сушиться. Кочка хорошая, вот, а расчесывается, не цепляется. Вон опять какие-то сети, я так понимаю, от местных. Привет, походу. Ну да. Что-то лесковая сетка какая-то. Уже сгнила. Смотри, Серега, как леска гниет, смотри. Видал? Ну, вот так вот. Ребята, как этот, как трава. Леска в кочке уже сгнила. Сколько-то лет, походу. Не один год уже. Давай, Серег. Ломай. Две. Смотри, здоровая. Классная. Надо сейчас бегом сразу, пока... О! Пока не умотали. Две, три. Серега. Три. Давай я порву. Ты, смотрю, уже на пределе. Кишку не рви. О, достал. Забрал ее, да? Ну, вот так, выдирай. Это барракуда. На, тебе на ужин сделаем. Какая-то личинка какого-то чудовища. Коза, да. О, есть. Белая опять. Ну, это по-любому еще кто-то должен быть. Хорошее мясо. Да. Воды, видишь, нету. Кочки наверху все. Весной это потом все замоет опять. Все опять будет. Все обновится, все будет новое, да? Ну, конечно. Они же зимой еще не рестятся. Я так слышал. Вон еще, видишь, ковырять надо. Хорошая, да? Жирненькая. На полторашечку, на лимчика пойдет. Ну, в общем, ребят, процесс такой. Как-то пальцы все уже и так побиты. Пальцы побиты,
Спины гудят. Спины гудят. Ну, охота пуще неволи. Никто тебе не продаст, даже если деньги будут купить. Не купишь такую наживку. Мы червей так вон купили с Серегой. А что толку-то? Сгрызают моментально. Я не понимаю, вода уже холодная, мелочь активная до сих пор какая-то. Там что, забрал ты полностью или... Давай, забираем еще. Так, ну нормально, слушай, пойдет. Хотя бы с десяточкой найти. Хотя бы в ночь поставить, уже посидеть не получится. Сегодня еще карты у нас, тем более. Надо тебя размотать. Что-то и получилось даже. Даже получилось набрать сапоги. Ладно. Что, идем на обрыв? Там 7 сучек сейчас перетряхнем. Вам уже до утра не будем трогать их. Пойдем на обрыв, точнее на пляж. Все-таки там движуха. Какая-никакая. Вот так вот. Нормально. Сначала не получалось, не получалось, а потом получилось. Глаза боятся, руки делают. Вот и все. Ну, ладно. Перетряхнем, что. Ну, днем, наверное, скорее всего, тут или окунек побаловался, или язек. А так-то что? Все же налим. Вон живая. Нормально все. Немножко живая. Четвертая донка, уже все живое, все шикарное. Все же ночь, вечер, утро решает. Вон, тут тоже так же аналогично. Немножко живое, все четко, все хорошо. Днем нифига рыбка не гуляет, не кушает. Опа. Вот так вот. Какой-то окунек, походу. Походу окунек. Видишь, наминогу, блин, зараза. Минога-то, блин, крупнее его, блин. Ты такой светлый какой-то, смотри. А он в сетке был. Весь потреханный, бедолага. Видать, в сети был, что ли, или кто-то его хавал. Вон какие шрамы. Не знаю, кусануло, да. Давай, что сюда зарядим. Откуда она живая-то будет?
Опять собираемся, ребята. И опять дождь пошел. Ё-моё, блин. Термосок заправил. Столик маленький. Так, запаска. Червей, наверное, собрал взять. И опять дождь заморосил. Ё-моё, блин. Ну ладно, чё. Помокнуть опять придется. Так, топор надо взять. Точно. Сучка ставлю. Сырой, Серега, ты напилил-то. Сырой напилил-то. Блять, заражение, зато будет подольше хоть гореть. Да ничего не будет гореть. Будет. Сыроватенько. Что, по суше не мог найти что? Ну слышишь, какие они тяжелые? Грязные, и так и сие тяжелые. Ну что, все, прибыли мы на пляж. Посидим немножко. Вот. Сегодня чисто на миногу, червей даже не брали. Специально поставим, просто посидим. Серега там одну еще довязал, а еще одну добавим. Немножко есть, как будто бы нормально. Сегодня прям штиляк. Вот сегодня вообще кайф сидеть, балдеть. Правда, дрова Виталич напилил, конечно, березу сырую. Ё-моё, блин. Ну, чербанок был, раскидал. Сейчас запалим костерок, точнее запалили. Ну и погнали, в общем, чё. Погнали работать.
пройдемся, выставимся. Все, все дела. Поехали. Слушай, у нас в порядке так-то их. Угу. Нормально. Давай сюда беленькую какую-нибудь мощную поставим. Песочком прижмись. Руку, руку. Саму руку, да, ладошку. Вот так. Бац-бац, чтоб она у тебя. Вот. Все, взял в руки. Голове прижал. Вот, да. Сильно не рви. Вот, примерно. Ну, вот так, да. Давай, хорош, резко. Как у меня крючок выдирал. Резко. Как у меня крючок с пальца выдирал. Так же, шмырк, только смотри в голову и не втыкай. И в пузо тоже никак не втыкай, как ты воткнул там пузо. Держи, 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 держи. Во-во-во, давай, ну рви, рви, рви. Втыкай, рви. Вот, располовини ее, видишь, располовинил. Все, теперь ищи хвостик, вот он начинается. Или полоска, видишь, серая. Серая от белого. Вот в серую втыкай туда, в серединку. Вот. Вот прямо тебе отметина. Вот туда. Да, 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 да. Чуть-чуть ниже. Вот, 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 вот. О, во, во, во. Пробивай. Резко. Шмырк. Все, огонь. Видишь, кровушки нету, все четко. Быстро это надо делать, Серега. Не мучай ее. Ты обжигаешь ее. Это же тоже рыба. Все, и давай туда прям. Прям на дальний кордон. Прям бабахай. Прям туда бабахай. Поехали. Лови. О, отлично. Отлично. Подмотай, чтобы чуть-чуть это. О, вчера пособирали, да, песочка? Ага. Мыть надо катушку. Так, у Сереги снарядили пяток. Идем, а? Идем к моим. Идем к моим. Заряжаем. Ну, сейчас будет понятно. Если звенит, значит налим. Все. Уже не будем дергаться. Не будем рыпаться. Как раз под сумерки заряжаем. Сегодня погода прям класс. Вот сегодня, да, сидеть можно на червя. А вчера было невозможно. Так, у меня здесь живая. Все хорошо. Оставляем ее. Ну, днем, видишь, Серег, никто не ходил. Вообще что-то интересное не... Ни окунька, никого. Могла бы, конечно, щука хапнуть даже такую. Ну, значит, нету. Да. Значит, не ходил никто здесь. Только миналим только пойдет по пескам ночью. Потом лечь. Давай, Серега, какую-нибудь бодренькую. Все бодренькие. Ну давай что-нибудь. Пойдет. Вот смотри, Серег, два положения. Mm-hmm. Если вот скользит, вот возьми вот этот, ну, как его. Руку, песок. Да, песочком так. Губу раз, перевернул сразу ее. Она как раз у тебя ползет. Доходишь вот до этого плавничка, прижимаешь ее немножко, только не сильно. И все, и вот под эту серую. Пробивание. Раз. Все. Не надо ее там елозить. Ты ее тоже обжигаешь. Угу. Руки теплые. Да.
И все, и полетели дальше. Вот как-то так. Ну что, друзья, все. Побросались на миножку. Какой-то мотор поднимается. Сейчас если заклюет, значит заклюет. Уже что-то интересное. Ну как интересно, тот же налимчик вот этот, он не брезгует такой миногой, блин. Окунь. Стрелятка может попасться. Ну, мы все-таки на налима приехали, так что ожидаем. А днем то, что вот минога стояла, что здесь, что на обрывах, вот окушки там какие-то редкие были, а так все остальное живое. Интересно, кто-то на моторе идет. Ну, здесь как бы ничего удивительного. Ходят мужики, рыбачат. Погода, видите, как дает, ребята. Хотя вот я, сегодня мне звонили, выходили на связь, вот у меня в деревне снег выпал. То бишь, южнее выпал снег. Мы сейчас с Серегой северо-восточно мы немножко, ну, отдалены. Мы на северо, ну да, где-то так получается, в этом округе. На 250 километров, грубо говоря. Там. Здесь ничего нету. Вот сюда костру иди, нормально будет. А? Костру иди, нормально будет. Вот там стоит. Что, только вот ну, вчера они тоже стояли? Да. Ну вот как-то так, ребятки. Парни подъезжали, короче. Все, короче, разные. Со всех уголков. На реке только можно так встретиться, увидеться. Я, кстати, на реке с друзьями чаще вижу, чем, допустим, у себя в деревне или где-то там. Ну, то бишь, что когда-то где-то кто-то чем-то занимается. Вот на реке вот реально чаще его могу увидеть, потому что он уезжает в город, там что-то еще и так далее. Ну что, зарядились мы на миножку, не знаю. Пока вроде тишина, там что-то раза два брякнуло у меня. Непонятно. Может как-то что-то скатывается. Да нет, может. Не знаю, может налимчик какой-то небольшой. А как-то так. Ну вот сегодня прям кайф сидеть. Вчера мы тут, конечно, погибали с Серегой вообще. Такой ветер такой с дождем херачил, прям вообще ужас. Да уж. Да. Промокли все. Не знаю, что. Посидим, посмотрим. Минок у нас как бы есть. С запасом. Вот. Повыходил бы, поклевал. Время у нас пол седьмого. Ну, как минимум посидим. 2-3 часика-то точно. Может кого завалим. Ну, а завтра уже сборы, ребятки. Завтра домой. Опять у нас будет все походу сложно, потому что в одну коляску мы не уложимся, это как минимум два захода надо будет делать. Посмотрим, в общем. Не будем загадывать, как будет, так будет. Завтра вроде как погода без дождя и надо будет свалиться. А потом уже
завтра, послезавтра, точнее, послезавтра уже там снег с дождем. В общем, там погода будет не очень прям такая. А вот так без дождя, конечно, по кайфу сидеть. Да, Серег? Угу. Сиди, да сиди, вон что, вот так. Вон дрова немножко подсыхать начинает и немножко начинает гореть. Расковоли. Что, пойдет. Хотя бы парочку завалить. В принципе, и нормально будет. Достаточно. Сегодня на лима нарубались. Класс. Вот. Ну, не знаю. Попали, конечно, вот в выходные мы в те, когда вот тут движуха шла такая. Ребята тут занимались промысловой рыбалкой. Соответственно, как бы, ну, все равно они тут шурудили. И, как бы, ну, рыбка тут неспокойная была. Я так тоже понимаю. А так по прогнозу не знаю, ребята. Еще пока не закрываемся. Мне кажется, постоим еще. Я-то точно еще, наверное, выйду. Серега, наверное, закрытие сезона, да, Серега? Давай посмотрим. О, ну, короче, как-то так, ребятки. Ну, что, посидим, что, чаечек у нас. Полный термос. Тебе приеду, так, может, еще и с кружками куда-нибудь сгоняю. Ну, вот как-то так, говорю, блин, вообще. Запаздываемся. Ну, ладно. Посмотрим, как погода будет. Ну, да, все от погоды зависит. Это точно. Вот, первая поклевка, ребята. Первая поклевочка у Сергея Витальевича. Все, включем или ждем? Ну, бахнул сейчас, подожди. Сейчас, если начнет чудить. Выбираем. Ага, пока присасывает, прижевывает. Пока присасывает, прижевывает. Угу, все, подсел. Подсел? Да, все. Забирай. Ага. Поехали. Есть? Что-то есть. Что-то есть. Первый никодимчик, походу. Хотя не знаю, может и окунь. Да, но вряд ли, наверное, окунь. Что, небольшой, да, Серег? Как? Не могу понять. Ну да, щегол. Щегол опять хапанул миногу. Отпускай его. Отпускай его. Крючок. Ну я как заглотил. Да вон я крючок-то вижу. О. Ну. Немножко живая. Давай, бродяга, за дедом. Немного живая, забрасывай. Вот первый разведчик, так скажем. У меня там, кстати, тоже кто-то звенел. Может, такой же присосался пьявка. Сейчас стоит просто, молчит. Ну вот, первые ребятки распечатали. Ну все, вот это уже, знаете, она мелочка, будто, знаете, вот был тут какой-то, знаете, и все. Подсобрали уже, получается. Но все равно месту надо отдыхать, мне кажется, как минимум. Ну хотя сейчас осень, сейчас рыба мигрирует, готовится к зиме, она сейчас скатывается в ямы какие-то туда-сюда. То бишь лещ точно налим по меликам ходит, лупит. Потому что он сейчас нажирается перед ледоставом. И еще будет жрать, когда уже лед встанет. Потом у него икромет. Ну, что-то типа такого.
Ну и плюс погода, ребята. Вчера было плюс 5, я так понимаю. И был дождь сильный. А сегодня у нас уже ясно. И прям прохладно. Серега, сидим прям. Бррр. Ну, не минус, конечно, но что-то в районе нуля, походу, уже есть. А у меня дома там в деревне снега навалило, говорит, куча. Ну, он уже растаял, конечно, но вот ночью. А у нас была всю ночь дождь. То бишь нам или повезло, или не повезло. Да, в принципе, разницы-то нет. Так что вот так вот. Не знаю. Посмотрим. Ну, мелкие, да. Мелкие хулиганы. Крупного пока нету. Такие дела. Вроде у меня, ребят, поклевка. Где-то теребонькает. Тоже, походу, небольшой. Хотя хрен знает. Только на какую, непонятно пока. Так, что тут у нас? Самолет летит. Пока непонятно. Сейчас будем разбираться, какая. Вон, ребята, подсел. Небольшой, походу. Yes. Маленький? А, небольшой, Серёг. Тут прям загулял. Берега-то. Нормально, слушай. Жадина. Пойдет. Грамм 500-600, наверное. Нормально налим. Опа. Вот миножка, ребятки, работает. Захомячил. Пальцы уже больные все от налимов этих за три дня-то. Ну, он прикусил ее хорошо. В губу четко попал. На замену поставим. Давай, Серег. Миногу? Да, миногу поменяем. А что, по одному, да, Серега? Взяли? По одному взяли. Что он делает, получается? Смотри, он бошку перекусил сразу. Ребятки, смотрите. Вот поклевка налима. Она еще, конечно, живая. Но еле-еле, но она уже все, она уже не жилец. Вот он переломал ее, получается. Он ее хапнул вот так поперек. Бац, крючок здесь. Вот так вот. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь.
Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, я, конечно, сюда прихожу не за рыбой. Прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Тишина. Тишина прям такая тишина, что нифига не интересно. Костер зато у нас, ребята, вообще мощный. Березка подсохла, начала давать жар. Класс. Вот это береза, да, это дрова. Тоже мы там в палатке топим. Хрень какой-то. Ну ничего, в принципе, нормально. В общем, решили прогуляться. Так просто перезакинем сейчас все донки, что есть. Посмотрим. Какие никакие. Может, что поменяем, что так. Короче, что-то надо делать. Сейчас. Ну, посмотрим, потом часик еще посидим, наверное, если нет, пойдем в палатку. Клюнет, клюнет. На миногу-то уже нормально все будет, уверен. Такие дела. О, отлично. Есть, Серега. Нормально, слушай, налимчик. Угу. Смотри, на миножку, да? Угу. Боборовский заглотил тролли. С миногой. Сейчас посмотрим. Не, меняй, ставь новую. Не, заломал он уже, убил ее. Ставь новую.
Есть, ребята, любимая бровочка. Опа. Дается, да. Ну тут вот звякал до этого. Видишь, налим такая рыба, он стоит потом. А, это походу еська взяли. Езечек. Смотри какой. Ох, какой хороший-то, а. Опа, тихо. Ой, братва, извиняюсь. Ой, косячу, блин. С рыбалкой-то. Красавчик. Смотри какой. Серый. Ага. Видал? Ну, да. Такой 800. Давай точим приманку. О, какой, ребят. А, золотистый. Красавчик, разговаривает. Че у тебя тут? Красавчик. Блин. Язёк. А че не звенят-то, Серег, не знаешь? Вот я тебе что и говорю. Стоять что-то молча, да? Ага. Не звенят, не хотят. Вообще никакую не хотят звенять. Ладно, что. Что, на него поймал тоже? Не брякнул, ну. Да. Не, вот это. Вот эта бровка прям. Один раз брякнула. Замечательная. Вся рыба прет. Окунь, стерлядь, налим, щука, все здесь. Здесь просто можно вот так три рядом поставить, стул, и сидеть рыбачить, мне кажется. Вообще огонь, блин. А? Пойдет, жаренок. О, да чумазы. Чумазенький. Миногу-то съел. 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 Бесполезно. Жрут, как не в себя, блин. Так, поехали. Мощно. Хороший заброс. Ну вот, проверочку сделали. Налимчики падают, но не звенят, ребята. Кстати, хотел вам показать, вот сейчас стоим, и вот такие бубенчики, ребята, видите, на прищепках. Вот. Они очень классные, очень мощные. И можно на любой кончик заисоединить, они стоят. Но ржавеет, конечно, зараза, ненадолго.
вот такие огонь. Прям шикарно, нежели вот эти зеленые, как у меня. У меня, конечно, есть разные, есть и большие, и маленькие. Вот, допустим, вот эти большие. Но здесь единственное то, что вот они цепляются. Вот на Наутилус кончик тонкий, и они проскальзывают. Но эти тоже такие неплохие. Но те вообще прям мощные, классные. Ну все, что у нас? Перезарядочка. Рыбку какую-то поймали. Отлично. Хорошо.